У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Люди, которые имеют буквы «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. У этой личности высокие умственные способности человека, его склонность к интеллектуальной деятельности. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Чаще всего обладатели этого имени отличаются высоким интеллектом, склонностью к анализу и философии. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Счастливыми камнями для них будут лунный камень, жемчуг и тигровый глаз. В качестве талисмана желательно носить лунный камень в соприкосновении с телом. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.